В сессионном зале Дома правительства вчера прошло очередное пленарное заседание Народного совета Донецкой Народной Республики. Депутатам на рассмотрение и утверждение были предоставлены следующие законопроекты. О ценах и о ценообразовании докладывал депутат Вячеслав Тихоненков. Законопроект принят в первом чтении. О республиканских программах докладывала депутат Марина Жейнова. Законопроект также принят. Законопроект о системе государственного стратегического планирования представляла она же, и законопроект также был принят. Два законопроекта представлял депутатам Дмитрий Костямин. Это о внесении изменений в закон Донецкой Народной Республики о гражданской обороне и о внесении изменений в закон ДНР о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Оба закона были проголосованы и приняты депутатами. Законопроект о психиатрической помощи, представленный депутатом Авдеевым, был принят в первом чтении. Также важен сейчас закон о статусе участника народного ополчения, который депутатам представил глава Народного совета Андрей Пургин, был принят депутатами после поправок во втором чтении. Снято с повестки дня рассмотрение законопроектов о правопреемстве Народного совета Донецкой Народной Республики и законопроект об обязательном государственном пенсионном страховании, который парламентарии должны были принять во втором чтении. Во втором чтении с поправками были приняты следующие законопроекты: о статусе депутата Народного совета Донецкой Народной Республики и законопроект об обороне. В разделе «Разное» депутатами были заслушаны отчеты по работе Временной комиссии Народного совета Донецкой Народной Республики по выявлению и фиксации преступлений геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений, совершенных государством Украина на территории Донецкой Народной Республики и причиненного данными действиями ущерба физическим и юридическим лицам. Докладчиком выступила депутат Народного совета Екатерина Губарева. Она рассказала депутатам о плачевном состоянии обстреливаемых украинской армией городов и людей, проживающих там, а также о нежелании мониторинговой миссии ОБСЕ принимать собранные комиссии данные в качестве фактологического материала. Люди, которые заезжают на нашу территорию с украинской стороны, они были опрошены, и было зафиксировано факты, сколько часов они стоят, как их проверяют, и очень много фактов незаконных действий украинской стороны. Дмитрий Зиньковский, Елена Чистякова, Геннадий Горбунов. Специально для Новороссия ТВ.